И всем привет, ребята, с вами Костик Топчик, и сегодня в Ламберт Айка 2 добавили новые два подарка. Вот первый подарок, выглядит он такой серый, с какими-то кубиками. Стоимость его $210, и вот такое описание. Можете вы поменять на этот подарок? Ну, как я понял. Какие шансы этого подарка? Я не знаю, как правильно называется, описание. Ну, давайте купим. Итак, второй подарок у нас находится на другом острове. Это вон там. Это надо переплыть через катер. Давайте я вам уже... Ну, сделаю сейчас переходик, где я уже буду на том острове. Итак, ребята, я доехал. Вот, смотрите на этот остров. Чтобы нам добраться до следующего магазина, нам надо доехать в лабиринт. И там будет магазин картин. Ну, вы помните, да? И кто играл в режим, кто тут был, тот знает. Но... Если вы не знаете, то я вам сейчас покажу. Итак, вот мы спустились. Повторяем за мной движение. Заезжаем сюда. Вот сюда. Вот сюда. Едем. Едем вот сюда. И поворачиваем налево. Вот этот наш магазин. Вот и это новый подарок. Стоит он 1200, а пиксел. Типа пиксельный подарок. Ну, кстати, кто-то играет в Майнкрафт, это, кстати, прикольный подарок. А, я вам напоминаю еще раз, эти подарки открываются только после 31 декабря. Да, сейчас их открыть нельзя. Ну, давайте я вам сейчас покажу, как выехать. Повторите за мной. Вот и все. Вот мы и выехали. Можете ехать домой на своем катере, а я вам показал, как можно получить эти два новых подарка. Выглядят они вот прикольно и стоят не так дорого. Ну а с вами был Костик Топчик. Всем пока и всем удачи.